Скоро состоится выход Assassin's Creed из Токио, и я с огромным удовольствием расскажу вам о новом увлекательном контенте. Начну, пожалуй, с материалов для владельцев Season Pass, а затем перейду к бесплатному контенту, доступному всем игрокам в Assassin's Creed из Токио. Мне не терпится рассказать вам подробнее о дополнении «Проклятие фараонов». По сюжету байку предстоит раскрыть тайну и лицом к лицу столкнуться с ожившим кошмаром. В центре внимания окажется увлекательная египетская мифология. Вы будете сражаться с мумиями и мифическими чудовищами, исследуете новый регион открытого мира. Для байка все перевернется с ног на голову. Другое дополнение — незримые. Спустя годы после событий истоков, Байк отправится на Синайский полуостров и окажется втянут в противостояние между римлянами и теми, кому их господство не понравилось. Роль Байка в конфликте станет куда существеннее. Это будет новая глава в истории братства. Обладатели Season Pass смогут воспользоваться наборами Центурион и Гор. В них входят новые костюмы, скакуны и уникальное оружие. В дополнение к контенту Season Pass я с удовольствием расскажу о всех новых материалах, которые станут доступны всем игрокам после выхода игры. Мы хотим постоянно удивлять игроков нашими нововведениями. Каждый игрок, который приобрел Assassin's Creed Истоки, сможет участвовать в легендарных испытаниях богов. Неполадка в работе Анимуса позволит сразиться с грозными египетскими богами. Потребуется грамотно развивать персонажа и применять навыки ведения боя. Лавка кочевника. Каждый день у странника Реды заготовлено новое задание. Поможете ему, сможете рассчитывать на таинственную награду. Не упустите свой шанс. Египет так красив, что мы не могли не добавить фоторежим. Фото автоматически становятся доступны всему сообществу. Также их видно на карте мира. Позже в игре появится еще больше контента, в том числе режимы Орда на гладиаторской арене и экскурсионный тур. И напоминаю, все это будет доступно всем игрокам. Я с нетерпением жду выхода Assassin's Creed из Токио. Мы безумно рады предложить вам этот дополнительный контент, который станет доступен после выхода игры. Я искренне надеюсь, что из Токио понравится вам так же, как и нам. Впереди столько всего интересного. Будьте с нами.